тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Для носителей этого имени также характерны черты характера, как впечатлительность, предупредительность и сдержанность, осторожность и склонность к анализу, умение работать в коллективе. Буква «и» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Тех, кого назвали этим именем, сумеет под пестрым покрывалом внешних событий уловить внутренний ход вещей, иногда интуитивно установить причинно-следственную связь. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Для людей с этим именем присущи временные материальные амбиции, уступающие место тревоге, а порой борьбе за достижение внутреннего покоя и равновесия. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.